Что, уважаемые друзья, я рад всех приветствовать на нашем турнире. Открытом турнире на открытой площадке 5 на 5. Такое происходит в Санкт-Петербурге впервые. Два раза, Дима, два раза. Каждый должен расписаться, пожалуйста. Как спешат все заполнять. Хотел сразу обознать, у нас грядет большой турнир. Оранжевый мяч, который будет проходить 5 по 6 октября. Ой, сентября, путаюсь уже, договариваюсь. Центр спорта Петроградского района берет на себя ответственность за оказание предоставления заявки медицинской допуска, а также страховки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и скинуть вашу заявку на адрес центра спорта. Кому будет интересно, не отпишитесь, я вам обязательно этот адрес скину. Его также можно найти в группе ВКонтакте, в группе центра спорта Петроградского района. Это ясно? Страховку вам сделают. Нужно только выступать на соревнованиях. Это ясно? Хорошо. Следующий момент.